Обожаете видеоигры? Заходите на stopgame.ru, один из немногих сайтов, где вас ждет активное сообщество любителей видеоигр. Необъективные, но честные мнения от душевных людей с многолетним опытом в журналистике, алкоголизме и разжигании срачей. Яркие истории культовых серий, самые интересные и свежие новости, остросюжетные репортажи, недиванная аналитика, информативные интервью. Все это stopgame.ru. Hey, всем привет, друзья! Меня зовут Шет, добро пожаловать в игру Туп Тайкун. Мы с вами продолжаем прокачивать свой виртуальный YouTube-канал Ципа-дрипа. Хо-хоу! Так, ну что у нас тут дела? 500 подписчиков, минус 15 баксов, и я вообще бомжу, и скоро меня выгонят на улицу, да? Я сейчас только что взял и просрал себе еще 15 баксов, но почему бы и нет? Давайте глянем, что у нас тут? Меня пригласили записывать тег новый. Супер, мы, короче, один день сделали себе отдыха, и я думаю, что этот день будет фатальный для нас, но да плевать. Давайте пойдем и запишем с этим чувачком тег. Как тебя зовут? Nobody. Ага, вопрос, который никто бы никогда не спросил. Ну-ка, давайте глянем, как он зайдет, и запишем какой-нибудь влог сразу же, вот про новый укулеле, я не знаю, да плевать. Дальше нужна новая игра. О, сапер на пике популярности. Я целый день выкладывал видео, и все такие: куда он делся, куда делся Ципа-дрипа, почему он не записывает видосы? И вот он я, ребята. О да, о да, о да. Гляньте, как много просмотров. О боже, какой, как тег это зашел. 600 просмотров почти собрал, офигеть. А чё, может иногда и стоит не выкладывать видео? Охренеть, просто. Рекомендации плюс 110 подписчиков, теперь у меня 660 подписчиков, теперь я просто король-дьявол. Ай, ладно. Так, давайте почитаем комментарии. Лол, love new люблю новое интро, этот комментарий будет популярный. О, крэп, о боже, я люблю Майнкрафт. Нет, чувак, не любишь Майнкрафт, уходи. Палец вниз, я like if you want... Классно, если бы, если ты смотришь в 2015-м. То есть, ставь лайк, если ты смотришь в 2015-м. Палец вниз, удали этот канал. Угу. То есть, сапер людям не нравится, но его все равно смотрят. Смотрят сапер, ребят, смотрят сапер. Окей, ладно, давайте закончим сапера вот в этот день. Сколько мы получили сейчас? 9 баксов заработали, да? Блин, мы все равно в минус уходим, ребят. Мы уходим в минус. Меня скоро выгонят из дома. Выгонят из дома, я не хочу. Ставьте мне, что ли, палец вверх, чтобы меня не выгнали из дома. Иначе... просто дичь, я буду играть сапера и жить на улице. Все, хана. О, записываю последнюю серию сапера, она, гляньте, как заходит. Вообще нормально. Офигеть, 300. Давай, 400 будет. И 400, ровно 400 просмотров. И какой-то чувак хейтил у меня на 142 подписчика. Что за рандом лютый? Такое ощущение, что тут реально всем плевать вообще, какие видосы ты делаешь. Надо, это видео классное, попробуем монтировать лучше и так далее. Понятненько. Ладно. А ты, чувак, говнюк, понял? Тут ты говнюк. Голубоглазое чмо. С мамкой твоей в кино ходил. Минус 27 долларов у меня, господи, минус 27 долларов. Что делать? Что делать, что делать? Я думаю, надо начать с записи чего-нибудь. А, кстати, у меня, может быть, есть карьерный рост. О, да, может быть, есть. Так, explosion, так, взрывы в фильме. А это что, гринскрин, зеленый экран. Давайте попробуем... Ага, понятно, не могу. Фак. Давайте попробуем... так, добавим... взрыв или гринскрин? Давайте гринскрин, окей. Давайте купим зеленый экран, чтобы у нас было что-то очень красивое. Давайте влог про ненормальные камеры, я не знаю, просто так. И посмотрим еще, что у нас там. С гринскрином должно быть вообще красивенько все. Так, мне интересно, как зайдет. Теперь у меня типа такой прозрачный фон, и я такой крутой, сильный, модный, йоу. И просмотров что-то нихера. Ладно. Окей, давайте начнем новый видосик по какой-нибудь игре. Что у меня есть? Флоппи Бёрд есть. Марио. Марио всем нравится. Ай, давайте Марио, окей. Марио так Марио. Ну-ка. И давайте сходу еще одного Марио. Больше Марио, богу Марио. О, он быстро записывается. Кстати, нормально, нормально, нормально. 200 просмотров должно быть. Давай, 200, 200, 200, 200, 200. Есть, 200 просмотров есть, супер. Так, этот видосик тоже нормально заходит, да? Да, тоже почти 200 будет. Так, мне нужно, чтобы меня лайкнул кто-то. Мне нужно, чтобы меня кто-то лайкнул. Да ты, да какого хера? Да, как можно вот так хейтить? Нас минус 170, минус 142. Хитрить, колотить. Рекомендация, короче, плюс 110. И тут минус 170, минус 142. Как вообще это работает, магия, что если кто-то тебя захейтил, то просто берут и люди отписываются в ноль, в нулину. Это жесть. А я в Майнкрафт. Зап-зап. Любит Майнкрафт, чувак, это такой, подписка за подписку. Это видео бесчувственно. Пожалуйста, подпишись на меня, сап-сап.
Да, это вот, короче, как бывает у людей в комментариях. Да, понятно. Окей. Окей, настало время заканчивать Марио, я понял. Марио людям не интересен, ну вообще, просто от слова вообще. Лучше в сапёра играть. Сапёр сильно круче Марио. Ладно, давай сейчас замонтируем видосик, и как он там зайдет, посмотрим. Ой, слава богу, меня, видимо, не выгоняют из дома, если у меня меньше нуля. Ну да пофиг. Ну вот, глядите, а последняя серия Марио, она прям бомбанула там. На 400 просмотров, 100 пудов будет, да? Да, 400. Даже 500, нет, 500 нету, но офигеть. Хеллоу, я твой самый большой фанат, чувак! Ха-ха, это мне написали. Спасибо тебе, парень. Так, продолжаем. Конец 15 дня, минус 31 доллар. И новое сообщение. Че тут? Оу, тег. Давай запишем тег по теме 7 вещей, которых я очень боюсь. Я только что записал его на мой канал, я думаю, что тебе может понравиться. Окей, давай запишем тег. Кстати, подожди, давайте карьеру. Да, очков у меня никаких нету. Ну ладно. Давайте запишем тег. Так. О, к ему интереса много. Сейчас тег должен залететь прям вообще от души. Кстати, можно, наверное, блог делать не каждый день. Допустим, сейчас я блог... Давайте посмотрим, что у нас там. Интерес к блогу есть вообще? Не максимальный. Давайте попробуем подождать, когда он будет максимальный, тогда записать. Так, что у нас там дальше? Публикуем видео и... Чё-то как-то это... Интерес максимальный, а просмотров нихера... Как это работает вообще? Да как? Как это работает? Как обычно YouTube. Твое следующее видео... Я не понимаю, что он говорит. Так, новое видео. Давайте Flappy Bird. Так, ладно, эта игра никогда людям не нравилась, так что давайте я ее буду записывать много. Много Flappy Bird, и люди будут его любить. Давайте проверим. Просто будем, короче, перегибать. Ух, нихера себе, он им не нравился никогда. Гляньте на просмотр. Вау! Это просто дичь, сейчас будет 500. 600 будет? 600. Что не так? 700. Ой, какой-то чувак хейтнул меня. Fuck off! Шоколад Милк. У меня 700 просмотров. Fuck off. Так, понятно, мне не нравится интро, но зато 700 просмотров. Охереть просто. Ладно. Давайте... Нет, влог я сегодня не буду писать. Подождите, там что там? Есть интерес к нему? Нет интереса полного, значит, давайте записывать игру. Так, больше Flappy Bird, я помню, больше. Давайте еще даже одну. Еще один Flappy Bird и дальше спать. Accept the all film first. Окей, ладно, я понял. Ну-ка. Давайте монтируем. Вот, люди смотрят. Ну там первый, конечно, 700 просмотров. Это просто охренеть, как много. А второй, ну, примерно будет у них, наверное, плюс-минус одинаковые просмотры, у этого даже может чуть поменьше. Давайте проверим. У этого 172, у этого 164. Опять хейт! Да какого хера? Че мне только хейтят? Где вообще лайки? Почему-то все еще на ютубе. Я не понимаю, почему так сильно хейтят вообще? Просто что за жесть? У меня минус 33 доллара. О, новое сообщение. Мой first day, мое первое свидание. Ага, мне предлагают записать тег на тему моего первого свидания. Хорошо, давай. Рекорд тег, у него почти максимальное желание. И вот, basic vlog, максимально, просто максимальный интерес к нему. Максимальный интерес, дай basic vlog'у, к обычному vlog'у. Ладно, пусть запишется. Так, и про Flappy Bird и кружки тоже, давайте. Так, публикация, во, мое первое свидание вообще с Маркином Маклзунски. Швед, что ли? Майкл Маклзунски, наверное. Ну, нормально, кстати, 500 просмотров и комментарии. Почему-то все еще на ютубе. О, наконец-то мне хоть кто-то лайкнул. Хусейк меня опять лайкнул, спасибо ему. Повторяюсь, комментарии, что за дичь? Пожалуйста, хватит, я думаю, это отвратительная часть. Awesome vlog. Во, и тут лайкнули, нифига себе меня кто лайкнул. Подождите, как тебя зовут? Юзер Благодинка. Такое ощущение, что русская. Окей, и плюс 148 подписчиков. Спасибо тебе вообще просто вот от души. Это видео отвратительно. Ужасное видео, Flappy Bird, да. Мне, короче, я понял, нужно собирать очки и вот тут синглплеерные игры открывать. У меня, конечно, их нет денег, ничего поделать. Так, давайте, рекорд Flappy Bird. Давайте так посмотрим, что у нас там, 342. Да, вроде на подъем идет, давайте запишем еще одну серию Flappy Bird. Сейчас будет вообще четенько. Я вообще хоть когда-нибудь в плюс-то выйду, почему я всегда в минусе сижу? Я, по-моему, вроде ту стратегию развития. Я что, делаю влоги, делаю игры, и что не так-то? What the fuck? Ну? Соточка просмотров будет максимум. Нет, я не хочу смотреть. Подтвердите все фильмы сначала. Даже гляньте, офигеть. Это был самый большой косяк в этот день. О, у меня лайкнул чувак. Он меня то дизлайкает, то лайкает.
Малгзунски. Ну ладно, окей, пойдем спать тогда. 17-й день закончился. У меня минус $36 на счете. Я, кстати, за фильм я получаю больше, чем за игры. За фильм я получаю 8 баксов, а за игры 4 бакса. Ну, в этот день получил. Че, тег новый, да? Новый тег? Да, новый тег по 5 моему первому свиданию. Было же уже, чувак, было. Ты опоздал. Ну, ладно, почему нет. Больше тегов. Так, и влог. И влог один давайте запилим. Реально, за влоги получаешь сильно больше денег. Забавно. Может, это и в жизни так. Так, ладно, Flappy Bird, все, заканчиваю Flappy Bird. Сейчас, конечно, она, уверен, бомбанет, прям будет очень много просмотров, но все равно в жопу. 100 на 100 просмотров, это очень мало. Это отвратительно. Так, About Lively... А, уже в Фейсбуке, окей, ладно. Смотрите, первое свидание. 600 тысяч подписчиков. Ой, 600 тысяч просмотров. И так, меня там лайкнули. Ой, дизлайкнули. Окей. Мне лайкнули на 177 и дизлайкнули на 171. Ха-ха, все равно в плюс ушел. Текс. Во, нормально, люди. А, идет-то, идет дело. Растет. Ужасное видео, палец вниз. Лучше, чем какой-то там чувак. Что такое Flappy Bird? Да, Flappy Bird я правильно сделал, что закончил, потому что это кошмар. Давайте начнем какую-нибудь новую игру. Ну, в принципе, Сапер людям нравился, и Марио людям нравился. Давайте Марио. Стоп, Сапер был раньше. Сапер был раньше, значит, надо его. Давайте Сапера, сейчас прям вот, сейчас будет 500 просмотров, я говорю, 500, давай, прям вот так вот, да хрена, сразу бомбанет, так что весь YouTube будет моим. Давай. Ну давай, 500, ну, 200, ну давай, 300, и, ну, 400, да, 500 будет, 100 потов, вау, я угадал, ребят, я молодец. Че, комменты? Я ненавижу Индра, я люблю твое видео, спасибо, что ты делаешь этот контент и приносишь свет. Че? Жесть, ладно, я постепенно выхожу из минуса, да? 19 баксов заработал и 18 потратил, я потратил меньше, чем заработал, вот это да. Наконец-то. Так, новые теги есть? Нету новых тегов. Ладно, окей. Давайте сделаем сегодня день полный Марио. Просто вот Марио и еще раз. И закончим... Нет, закончим его в последнем видео. Давайте просто посмотрим, что пойдет. Это не Марио, Сапер. Простите, Сапер. Точно, нужно закончить Сапер. Так. Попробуем сейчас выбрать цели. Сегодня мы не будем записывать никакого влога-блога, сейчас только игровые видео, а потом, когда будут теги, тогда уже будут и влоги-блоги. Ну, нормально, кстати, идет, смотрите, там по 300 просмотров будет. Нормально. Хейтнул видео Джекс Мака... Пошел нахер, Джек Маковикс. Так, он только хейтнул, да? Больше никто не лайкнул. I love you! Написал мне Соня Дизайн. Меня любит Соня Дизайн. Спасибо тебе, Соня Дизайн. Ты делаешь самое лучшее видео вообще во всем мире. Пол Сэм написал. Спасибо, Пол Сэм. Я твой большой фанат. Я просто не могу оставаться на этих видео. Забавно, так все меняется. Да, пошел ты в жопу, Джек Маркевич. Тварь. Так, и давайте закончим. И сегодня закончим с Сапером, потому что к нему интерес упал, потому что я слишком много записывал. Вот. Так. Прямо все к настоящему Ютубе. Только тут я могу не бояться за свою жизнь. У меня даже могу в большой минус уйти, и пофигу, все равно минус $23, плевать. Я все равно на волне. Так. Ну-ка, Сапер зайдет, не зайдет? Саперчик больше. Игра, блин, вообще такая, на самом деле, примитивно простая, но в то же время захватывающая. Я хочу 1000 подписчиков в этом видео набить. Этот чувак тупой, это видео ужасное. Ха-ха, отличный канал. Понятно. Супер. Так, ну что ж. День 19. Я заработал $15 и потратил 17. Ну, конечно, нужно записывать и игры, и фильм, потому что только на играх мало заработаешь. Ну что ж. О, новый email. Супер, это новый тег, да? Would you rather? Хочешь ли ты взрослеть? На эту тему запишем тег. Супер. Давайте начнем с записи тега. Пам-пам. И дальше влог. Вот. О, блин, не знаю. Давайте о единорогах запишем влог. Так, и дальше нужно придумать какую-нибудь игрушку. Флоппи Бёрд, она никому не нравилась. Так, вот Марио и Сапер, блин, всем нравится. Что за дичь? Давайте Сапера. А, нет, Сапер был. Так, Сапер же был, да? Да, Сапер был. Давайте Марио тогда. Блин, ну, самые простые игры, они всем нравятся. Нужно было их делать. Ладно, давай. Марио, больше Марио. Так, ну-ка. Давайте чекнем, что у нас там будет по просмотрам. Так, видео о юникорнах соберет примерно, ну, 400, наверное, просмотров. Видео о взрослении соберет до хера. Просто, гляньте, 600, я думаю, точно соберет. Даже больше, 700, блин, офигеть. Вот бомбит. 800, офигеть, 888. Вот это да. Так, ну, комментарии, в принципе,
такие же обычные, можно на них даже не запариваться. Марио собрал 900 просмотров, Марио собрал больше, чем Тек. Что не так? Отличная работа. Опа, Гангам Стайл. А, фигура качества звука. Бууу, ты отстой. Нет, чувак, не отстой. У меня очень много просмотров, и мне пофиг на тебя, йоу. У меня есть летсплей и деньги. Только я в минус 14 баксов, мне ничего платить за квартиру. Ай, фак, ну пофиг. Ладненько. Давай, Марио. Ну. Так, Марио, ты должен собрать... Ну да, ладно, даже 400 не соберет. Вот зашквар. Ладно, окей. А, нужно было заканчивать это Марио, потому что он прям так скаканул и все. Да, 400 не собрал, как я и говорил. Твой голос звучит потрясающе. Оу, спасибо тебе, чувак. Я говорю спасибо чувакам на экране. Точно так же, как я говорю с камерой, с монитором. Тю-тю, совсем поехала крыша, да? Так, ладно, конец 20-го дня. Я заработал 26 баксов, потратил 20. О, я иду постепенно, реально постепенно я ухожу в плюс. Что-то у меня в карьере. Два поинта. Блин, мне нужно синглплеерные игры разблокировать. Я не буду сейчас ничего тратить. Я сейчас закончу, давайте Марио. Да, последний эпизод Марио. И дальше давайте влог. Влог о... Да похер, об укулеле давай. Так. Я слишком мало денег делаю на играх. Нужно делать больше. Да, последняя серия Марио соберет до хера. Блин, вот от чего зависит, вообще непонятно. Просто вот корейский рандом. Гляньте. Вот это первая серия Марио записала 952 просмотра, у этой 336. О, меня даже тут лайкнул. Спасибо, чувак. И 660. Bad luck, блин. Лайкнули на 122 и дизлайкнули на 132. Ты, ё-моё. У меня 1000 подписчиков. Ю-ху! Вау, это эпическая цифра, ребята. Это прям вот смена всего. То есть у меня теперь не сотни, у меня теперь 1000 подписчиков. Йоу. И теперь я могу себя чувствовать настоящей звездой Ютуба. 1000 подписчиков, да, это вообще тема. На данный момент, конечно, в реальных ютубе 1000 подписчиков не значит ни хера. Но почему бы и нет. Так, ладно, мы сейчас, блин, давайте сапер, плевать, сапер давай. Сапер тащит. И дальше давай еще одного сапера. Прям вот сейчас он, я уверен, бомбанет просто. Укулеле собрал ни хера, вот сапер сейчас соберет просто вот вон. Вот, он уже собрал больше, чем укулеле. Давай, сапер, давай. Все любят сапера. 1000 просмотров на саперы. Давай. Да, готово. 1000 просмотров на саперы. 1200 просмотров на одном сапере. Охереть просто. Мне нравится качество видео. Оу, yesterday you said tomorrow, so just do it. Вчера ты сказал сегодня, так что сделай это. Ладно, окей. И 228 просмотров на новом сапере. Да похеру. Окей. Я постепенно выхожу в плюс. Я потратил 20 баксов и заработал 23. Блин, а что так мало? А, потому что влог не зашел. Где мои теги? Эй, дайте мне теги. Я хочу больше тегов записывать. Ребята, они отлично заходят. Так, мне нужно свои было бы теги разрабатывать. Но да ладно. Кстати, я могу их сейчас сделать? Cooking videos. Блин, как? Почему я не могу опустить вниз? Как это делается? Я не понял, почему я не могу опустить камеру вниз? Карьера. Гляньте, я просто не могу опустить ее вниз. Лол. Игра баганулась. Ладно, мне, короче, в любом случае нужны синглплеерные игры. Я не могу все время сапера записывать. Но пока могу. 21 серия сапера. Поехали! Ха-ха! 22 и 23 серия сапера. Просто вот надо! Получи, распишись, больше саперов в жизни саперов. Давай, сапер. И, кстати, можно даже и влог будет записать сегодня. Так. О, гляньте, нихера себе. Вот это, вот попер сапер, попер, давай. Вот так-то, 200, 300, 400, 600 просмотров на сапере, давай. Косарь будет? Косарь просмотров на сапере, да. Боже мой, все любят саперы, я знаю, ребят. Даже если бы я записывал сапера, вам бы он нравился. О, мне даже лайкнул какой-то чувак. Спасибо тебе, парень, молодец. А теперь давайте влог. Влог о пицце. Давай. Влог о пицце делается максимально быстро и должен сейчас залететь прямо вот идеально. Нормально. Вот теперь можно жить. Я даже... Давай, я уйду в... Ну, у меня хотя бы в ноль уйдет это все дело или как? Да, должно уйти. Стопудово сейчас пойдет в ноль хотя бы. И будет классно. Я уже буду не совсем бомжом. $2, плюс $2, супер. День 22, я потратил $22 и заработал $27. У меня минус $20. Ну что ж,
ребят, постепенно выравниваемся. Это хорошо. Так, ладно. Теги мне не предлагают записывать, поэтому я запишу влог. Да, влог, я не знаю, о драконах. Хотя, что-то интереса к влогам нету. Нет. Давайте записывать игры. Сапер всем нравится. Больше сапера, давай. Этот день я посвящаю дню сапера. Просто много саперов, везде саперы. Так. Editing, publishing. Во, 26-я серия сапера вышла позже, чем 25-я и 24-я. Она собирает все равно до хера. Да, люди, сапер это тема. За сапером будущее. Да. Не то, что всякие блоги-влоги. Все херня, кроме сапера. Да, дичь вообще. Ладно, так. Последний эпизод, да, интерес сапера упал. Нормально, я его надоил. Но, кстати, я тут не вышел даже в плюс. Хм, херово. Мало денег заработал. Так. Ну да, последний сапер тоже не выстрелит. Ладно, видимо, нельзя записывать долго одну и ту же игру. Людям она просто наскучивает. Ну, в принципе, все как и в реальной жизни. Тоже 87 видео, почти 100 видео. Классно. Так, хотя, лол, вышел в плюс, и даже меня лайкнул, чувак. От чего это все зависит? Хер его знает. Ладно, 23 день закончился, у меня минус $19. Пам-пам, я заработал 22 и потратил 21. Но все равно в плюсе небольшом. Так, ладно, давайте влог запишем. Вот, интерес к влогу вырос. Давайте запишем сейчас две игры и два влога, попробуем. Злые пингвины. Давайте, злых пингвинов побольше. Да побольше злых пингвинов. И еще один влог какой-нибудь. Во, о голубом ютубе. Или осеннем ютубе, не знаю. Ладно, и давайте еще видосик по пингвинам. А, не могу пока, да? Ладно. Давай, запись, монтаж. Давай больше. Больше видео. Так, во, нормально. Злые пингвины соберет, наверное, ну, почти косарь, я думаю. Не уверен, что целый косарь, но нормально должно быть. Возле, около косаря, 900 будет, скорее всего, да? 800 и 900, да. Я был прав, и окей. И еще один видос по злым пингвинам. Во, нормально. О, Мотория 600 просмотров, это 1000, и сейчас пингвины. Супер, ребят, у меня $10. Я выхожу в плюс. Выхожу в плюс, сейчас, короче, насобираю себе на какую-нибудь синглплеерную игру и буду вообще like a pro. Ну-ка. Давай, злые пингвины. Блин, как много просмотров. И меня чувак дизлайкнул на 256 сабскрайберов. Ну как? Как столько просмотров и большой чувак мне берет дизлайкает? От тваря. Ладно, я заработал, господи, 17-19. Заработал $26 и потратил 23. В плюс. О, новый тег. Да. Фильм, который изменил всю мою жизнь. Вот такая вот тема тега, которую я сейчас запишу. Так, нет, не влог. В жопу влоги. Давайте-ка начнем с тегов. Давайте, тег. Да, теги любят. Дальше пингвины. Так, пингвины. И дальше можно записать влог. Просто влог. Да, блин, да о чем угодно, плевать. Текс. Во, гляньте, как тег вообще пальнул. Просто гляньте на просмотры. Да он 1500 еще пробьет. Просто вот так вот. И будет просто бомбезно. Ну-ка, давай 1500. Нет, не пробил 1500, но почти 1500. Это клево. Так, ну еще пингвинов. Пингвины нормально так заходят, я смотрю. Так. Нормальненько. $5-6. И давайте пингвины. Пингвины. Ну-ка. Ой, пингвины что-то вообще не зашли. Ну, что поделать, ладно. Пингвины не зашли, зато у меня $21. И 3. Да, я могу купить игрушку. Так, синглплеерные игры. Классно. И мы отправляемся в магазин к дяде Гейбу. Кстати, Brotherhood, что за херня? Ха-ха, ты первая персона, которая говорит, так много говорят. А, точно, нужно разблокировать скилл. Окей. Так, геймшоп. Габен, это жизнь. Да, точно. Только, по-моему, игры покупать нужно не здесь, да? Да. Рекорд гейм. Ага, надо, короче, закончить вот эту игру, и потом я смогу купить, точно, я забыл. Ладно. Так, злые пингвины. Ну-ка. Ах, фак, я сейчас, кстати, у меня в минус, скорее всего, уйдет, я не смогу купить какую-нибудь синглплеерную игру. Ну да ладно. $27, блин, а я могу? Во, могу, супер. Так, Type Tycoon или Покамун? Она бесплатная даже, вау, супер. Блин, нужно купить скилл в карьерном меню. Яу. Ладно, $2 у меня осталось, и я смогу сейчас закончить, короче, злых пингвинов. Да, супер, закончим злых пингвинов с вами. И добавим Туп Тайкун, она бесплатная, и она людям стопудово должна понравиться. Давайте посмотрим, как люди в Туп Тайкун оценят то, как я играю в Туп Тайкун, пока я здесь играю в Туп Тайкун, как вы это оцените.
Думайте сами, что я сказал. Дичь вообще сморозил. Ладно. Так. Во, нормально, все нормально. Этот летсплей Angry Birds почти косарь собрал, и это видосик собрал тоже достаточно много. Вау. Вау, Bad Luck! 360 подписчиков! Да иди ты в жопу, Вабра Каванава! Блин, швед сраный. Ладно, окей. Давайте влог запилим. Что-то интересно, вообще влогом нету. Ладно, в жопу влог. Давайте больше Туп Тайкуна. Давай, раз Туп Тайкун и закончим Туп Тайкун на четвертом видео. А, на третьем видео, похер. Так, нужно подогревать интерес людей. Я смогу, кстати, даже, наверное, прикупить какую-нибудь новую игру. Так, синглплеерные игры, кстати, ну нормально собирают. Ну нормально. Мне нравится. Так, 400... О, рекомендация, меня порекомендовали. Спасибо, чувачок, молодец. Так, закончили Туп Тайкун и время пойти спать. $28, я останусь в плюсе. Я остался в плюсе, у меня $5. Я думаю, на этой счастливой ноте, ребят, можно закончить видео. Если вам понравилось, давайте поставьте палец вверх, пишите свои рекомендации по развитию своего YouTube канала. Да, только не пишите комментарии всякие там, подпишись, это убого, ребят. А с вами был Шэ, друзья, подписывайтесь на мой канал, оставайте ВКонтакте, подписывайтесь на Twitter, Instagram, ссылки есть в описании. А с вами был Шэ, увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока!